Добрый вечер, мои дорогие зрители. Вернее, для меня сейчас вечер. Для вас снимаю видео, которое вы, наверное, посмотрите теперь только утром. Значит, перед просмотром хочу сделать небольшую объявочку. Людмила из Украины, пожалуйста. Кто на Вайбер присылал мне сообщение на 928 номер? Чек с оплатой через почту, пожалуйста, перешлите все то же самое, в том числе и ваш адрес, на телефон под видео. У меня разбился второй телефон. Пожалуйста, Людмила с Украины, перешлите, пожалуйста, адрес и чек перевода почтового мне на Вайбер на второй телефон. Итак, поехали. Значит, сегодня подобрала для вас вот такую интересную, на мой взгляд, коллекцию. Значит, сюда вошли немножечко того, что, скажем, только пришло, и то, что я уже один раз показывала, но оно вот у меня почему-то никуда вот не попало. Давайте вместе посмотрим. Значит, турмалины вот такого качества. Смотрите. Значит, это комплект от Романа, черненое серебро, пробы и размер 18. Вот такая красота. Вот так на ручке. Интересно. К колечку. Вот такие асимметричные серьги. Вот так. Значит, длина серьги 7 сантиметров. Серьги очень легкие. Грамм по 7,5 они. Значит, комплект этот стоит 13 тысяч. Еще комплект, еще турмалин. Тоже от Романа. Смотрите, какая красота. Вот так. Обратная сторона. Пробы. Очень прозрачное колечко. Прозрачное. Вот, смотрите. Очень трогательное. Хорошие камни. Размер 17,5. Смотрите, прозрачные турмалины. Колечку, серьги. Значит, комплекты мастер, ну, не разрешает разбивать, потому что и камни подбираются конкретно под комплект. Видите, и стиль. Хорошо занижен штифт, белый, абсолютно прозрачный. Посмотрите, комплект очень легкий. Энергетически легкий. Стоимость этого комплекта 10 400 рублей. Еще комплект и еще турмалин. Значит, этот мне бы хотелось показать вам. Смотрите, какой дровит шикарный. Ни единого включения. Ни единой трещинки. Вот так. 18 размер, черненое серебро, пробы, брутал вот такой, и не менее шикарные серьги, смотрите. Вот так на просвет, и вот так они будут у вас в ушках. Серьги по 9, простите,
8,5 грамм вес серьги и длина 5,5 сантиметров. Очень хорошо занижен штифт, смотрите. Черненое серебро, очень стильный комплект. Стоимость его 18 200 рублей за счет камней. Еще комплект, смотрите, берил и комплект серьезный, берил фантастический, размер 18,5. Тоже все, что я показываю комплектом, это все комплекты. Вот такая красота. К колечку серьги. Вот такие шикарные берилы. Смотрите. Вот так. То же самое. Один и тот же мастер наш любимый. 19 500 рублей комплект. Комплект с бирюзой. Как-то я его уже показывала. Казахстан. Разомкнутое кольцо. И пробы. Основной размер 18. Можно сделать либо 19, либо поджать до 17. И серьги. Очень яркая бирюза. Чернение. Серьги тоже не тяжелые, до 10 грамм одна сережечка. 19 500 рублей стоит комплект. Адуляр. Вот такая фантастика. Размер кольца 21. Литьевая модель. Смотрите. Фантастической красоты. Вот такое кольцо. Колечко серьги. Тоже красоты неземной. Это литьевая модель. Вот в таких коготочках камешки. Штифт белый блестящий, без чернения. Вообще здесь минимум чернения. Только то, что касается вот такого узора на щечках. Значит, стоимость этого комплекта 13 000 рублей. Адуляр. Хризолит. Тоже показывала. Очень красивый камень. Для хризолита большой. Обратная сторона пробы. Ой. И размер 18. Вот такая красота. Колечку серьги. Вот такие шикарные серьги. Стоимость комплекта 13 000 рублей. Значит, осталось два комплекта казахских мастеров. Горячая эмаль и гранаты. Колечко разомкнутое, колечко имеет вот такую конструкцию. Размер основной 18. Ну, можно, пожалуйста, его разомкнуть, и оно будет 19, скажем. К колечку серьги. Повторяю, горячая эмаль и фантастические индийские гранаты. Это все серебро. Серьги апробированы, колечко, по-моему, нет. Стоимость комплекта 10 000 рублей. Еще комплект, еще гранат Индия. Смотрите, какие шикарные камни. Гранат Альмандин. Вот он. Фантастика.
обратная сторона. Значит, комплект этот без пробы и не менее фантастические серьги с такими же шикарными гранатами. Сейчас покажу. Смотрите, вот такие гранаты на просвет. 5000 рублей стоит комплект. И наш шикарный комплект с кианитом. Значит, это кианит, это не танзанит. Смотрите, какое качество камня. Вот так на ручке. 17,5 размер колечко. Пробы, обратная сторона. И сережечки. Смотрите, имеет серьга вот такую конструкцию, то есть закроет прокол в любом случае, как бы ни была растянута, скажем, мочка. Вот такие фантастические серьги. Комплект стоит 10 200 рублей. Так, ну и отдельные колечки у меня есть. Изумруд. Вот так разомкнутое колечко. Размер 17. За счет того, что колечко разомкнутое, можно его будет и на 18. Смотрите, камешек прозрачный достаточно. Стоимость колечка 6500 рублей. Еще колечко и еще 6500. Прозрачный, разомкнутое, пробы. Размер второго колечка 18. До 19 его можно будет разомкнуть. Сейчас попробую показать. Смотрите. Вот такой у нас изумруд. Так, 6500 рублей. И еще колечко, и еще изумруд. Значит, вот с таким центром иризации, посмотрите. Вот такой солнечный зайчик у нас бегает. Обратная сторона, пробы. И размер 18. Вот так здорово на ручке. Значит, это колечко за счет цвета стоит 10 200 рублей. Вот такое шикарное кольцо. Смотрите по цвету. Ну, здесь не очень хорошо видно, но вот это колечко, оно травяного цвета. Именно травяного. 10 200 рублей. Так, и есть у меня опалы пришли новые. Колечко. Смотрим. Вот такой высокий камень. Черненые чернения. Брутал. Размер 18. Колечко не разомкнутое, оно идет четко на 18 размер. Смотрите. Этот опал стоит 10 200 рублей. Еще опал и еще 10 200. Смотрите, какая красота. Обратная сторона, пробы. 17 размер. Ну, разве что вот так. 10 200. И три колечка у меня будут по 13 000 рублей. Вот смотрите, чем отличаются. Вот этот желтизной, а эти беленькие на белом фоне. Вот такая красота. Пробы. 17 размер,
Вот так. 13 тысяч. Еще колечко. Разомкнутое. Смотрите, какая фантастика. Вот с таким рисунком. Пробы. 13 тысяч рублей. Основной размер 16,5. Девочки-красавицы, кто просил маленькие размеры. Так, и еще одно кольцо. Смотрите, фантастика какая. Капля вообще сказочная. Вот с такими росточками. Кто-то видит змеючек. Я вижу росточки. Обратная сторона, пробы. Размер 18. 18,2. 13 тысяч. И завершает сегодняшний показ фантастический афганский лазурит. Вот с такими щечками. Литьевая модель. Пробы. Размер 18. Лазурит стоит 5200 рублей. Итак, на этом все. Будьте здоровы. Всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.